Площадки всем. Конкурс социально значимых проектов «Спортивный дворик» стартовал в нашем округе. Для рассмотрения предложили 36 инициатив. Документы представители управляющих компаний и некоммерческих организаций подавали с конца прошлого года и теперь защищают свои проекты. На данной территории очень много детей, которые занимаются не только в зимние виды спорта, это хоккей и коньки, а также они в летний период времени занимаются футболом, то есть играют и футбол, и стритбол. Из 36 проектов выиграют только 19. На обустройство территории, чтобы там могли играть дети и отдыхать взрослые, выделили 25 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги будут закупать только отечественные площадки. Причем потребности у жителей домов разные. Кому-то не хватает футбольного поля, а у кого-то во дворе даже турника для занятий спортом нет. В большей степени с популярностью пользуются спортивные игровые площадки с тренажерами и с воркаут-турниками, лестницами, рукоходами, естественно, с резиновым покрытием, с ограждением в большей степени. Также популярностью пользуется установка либо замена хоккейных коробок, имеющихся на территории Уссурийского городского округа, и игровые площадки для универсальных и игровых видов спорта. Так, например, во дворе на Плеханова 87, только скамейки и одна песочница, а дом большой, 9 этажей. Рядом такое же здание, Плеханова 85, в сумме 8 подъездов. Много детей и пожилых людей, которые не хотят просто так сидеть на лавочках. Им всем интересен здоровый образ жизни. Запрос – спортивная площадка. Такая нужда есть у многих. Кому-то повезло меньше, даже присесть во дворе невозможно, негде. И в продолжении обустройства придомовой территории жители дома номер 13 по улице Гагарина, село Корсаковка, хотели бы установить в этом году спортивную площадку. С 20 по 23 марта подрядчики будут заключать договоры. Сразу после этого начнутся работы. Закончить планируют к 1 августа. А с 15 января 2022 года конкурс начнется снова. Тогда те, кто не прошел со своей инициативой в 21-м, смогут прийти и попытать удачу еще раз. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.